Привет, сейчас я сделаю Pocket Tracer 4429. А здесь у нас траблшутинг, давайте начнем. Открываем R1, который мы будем изучать, командная строка, Enable. Можно showrun прописать сразу, showrun, и смотрим running config. Также здесь в этом здании есть уже части, по которым вы должны это изучать. Например, в первой части проблема в списке контроля доступа 192, тут 10. Смотрим его. 192, тут 10. Здесь я вижу, есть deny TCP, но нету после deny permit. Он должен быть, потому что если мы deny сначала, то мы потом не разрешаем ничего. То есть у нас полный запрет всего. Нам после deny нужно написать permit, чтобы задонайлся то, что мы написали. Давайте это исправим. Копирую название списка контроля доступа. Conf и ввожу, захожу в настройку этого списка. У нас уже введен deny, после него просто прописываем permit, IP, any. Все. Мы видим, у нас появилось 30 баллов из 90. Первую проблему мы решили. Вторая проблема. У нас в списке контроля доступа 10-172. Сейчас я его найду. Так, секунду. 10-172. Вот он. Здесь у нас правильный и deny, и permit. И давайте посмотрим, к кому интерфейсу он назначен. Интерфейс G00. И он назначен как out. Хотя должен быть как in, потому что он назначен на вот этом вот интерфейсе и запрещает к серверу. Если я правильно понял интерфейс, но не суть. Суть в том, что он назначен на интерфейсе и должен быть как out. А он как in у нас. Давайте это скопируем. Копим. Интерфейс G00. Сначала удалю старый, no IP access group, in. И теперь я ввожу access group, только ставлю out. Все. Правильно я прописал? IP access group на интерфейсе G00. G00, IP access group, out. А, стоп. Почему in? Секунду, я запутался. Я не тот скопировал. Вот этот out, он должен быть in. Копирую его. На этом интерфейсе. No. Вот этот. No IP. Вот. Теперь я вставляю. Только опять-таки IP. Первая буква не скопировалась. И как им его. Все. Видим на 60 из 90, то есть вторую проблему мы решили. Осталась третья проблема, и я уже видел. Третья проблема у нас 172-192. И у нас сначала идет permit, потом deny. Должно быть в другом порядке. Сначала мы запрещаем, а после того, как мы все запретили нужное, мы разрешаем все остальное. Давайте это исправим. Копирую список контроля доступа. Сейчас нажал Ctrl. Список контроля доступа копируем. 172-192. Копим. Выйду сюда. И я пропишу no этот список. То есть я его полностью очищу. Теперь я его заново настрою. Вхожу в настройку этого списка. Сначала скопируем deny TCP. Paste. И после этого я ввожу permit, IP, any. Все. Сначала мы удалили, потом разрешили. Так, мы видим, что у нас 90 из 90. Все проблемы я решил. Вам нужно будет написать в PDF-файле. Там будут поля, где нужно будет сказать, что была за проблема, как вы ее решили и все такое. На этом все. Пока.